Oh, yeah. Привет. Oh, yeah. Заказать бы вкус вил, но я не хочу пока кушать. Заказать бы, но я не хочу, меня слушай. Заказать бы, но я не хочу пока кушать, школьник. Какой бы мне сложность выбрать? Какую сложность выбирать? Челлендж. Легко. Ах, лишь бы родители двойку в дневнике не увидели. Заткнись, шлюха! Мне будет. Заткнись! Играем на нормальном. Погнали! Ну что, школьник, уебать тебя. Ой, бля, меня мама наказала. А, нет, я играю в компьютер, блин. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Ой, блин, там двойки у меня одни. Что это такое? Двойка? Ой. Замечание? Ой. Плохо вел себя на уроке, баловался. И ты еще гулять собрался? Пошел нахуй, школьник. Стыдно. Бегом учить уроки, никаких гулянок. Я ненавижу тебя. Он сегодня не выйдет. И смотри у меня, если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Ладно, мама, прости, пожалуйста. Блять, реклама, иди нахуй с моего экрана. Ха-ха-ха, вы думаете, мне не поебать? А мне абсолютно похуй. Ну что? Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. В натуре, блять. Так, что у нас есть? Шкаф. Тумбочка. Можно залезть в шкаф. И спрятаться в шкаф. Все. А, нет, нихуя. Так, что же у нас тут есть? Сок! Нельзя его выпить. Пусто. Блять, пусто. А, нет, записка. А, нет, пусто. Вот дурак, а! Заткнись! Так. Пусто. Пусто. Пусто, блять. Ох, нихуя, можно в шкаф залезть. Отлично, так и оставим. Так. Мой дневник. Будь проклята. Будь проклята эта училка, блин, тупая. Достала меня уже, блядь. Своими, блядь, занятиями, уроками, блядь. Не хочу ничего делать, блядь. Пошла ты нахуй. Дура, блядь. Нихуя нет. А, портрет. Школьник. 19.07.2010. Понятненько. Компьютер. I want to play some computer games today, so I want to play some computer games, and Ай! А! Бля, какой у меня пароль там нахуй, я не помню, блядь. 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 Ну что? Вика. Не хочет со мной гулять, блядь. Папа. Че, может, драм-н-бас поставить, чешо, блядь? М? Ну, ютубчик. Блядь! Понятненько. На кого он там подписан? Куплинов, Кофе, Брайан Мапс, Винди. Булкин. Эх, дружочек, ты бы на MZLF подписался, знал бы, что сегодня новый трек выходит. Так, надо цветы. Да вырубай ты, блядь. А чё звук лагает так? Режим сна. Блядь, заебал лагать звук. А, в целом лагает, такого хуя, блядь. Боёб. Ну-ка. Блять, все пролагивает. А что за бред, блять?
Что-то не так с соединением. Может, у меня Wi-Fi лагает? Хуй его знает, блядь. Ну ладно. Халло, Арибай. Ну вот можете же всегда! Чё так не играете, а? Блядь. А где мама? Так, давайте попереписываемся с папой, там посмотрим. В прошлый раз это работало. Папа! Приветик, малыш. Блядь, это долго ждать нахуй. Сколько можно? Ой. Приветик, малыш. Вроде перестал лагать, да? Так, какой у меня план? Да блять, хуйсос! Пойду схожу в туалет. Я боюсь, тело меня убьет и будет меня стоять ругать. А может мне сейчас пробежать пойти? А? Пробежать может сейчас? Ебать, охуя тебе, блядь! Предметы, блядь! Что-нибудь! Что-нибудь, где-нибудь! О! Блядь, лагает, сука, звук. Звук лагает, блядь, что за хуйня? Игра на телефон, блядь. А что за хуйня с игрой, блядь? Алло, объясните мне нахуй. Дайте я перезайду. Что за бред? У меня до этого вообще ни разу не лагало. Что за хуйня, блядь? Может, у меня приложение дохуя открыто? Сейчас. VPN вроде не включен. Что за бред? Хули меня так лагает, блядь? Игра на телефон лагает. Вообще, понимаете, ну, суть? Уровень вообще чувствуете, блядь? Какого хуя, блядь? Не понял, нахуй. Оптимизация говна. Мне кажется, обнова просто охуенная вышла. А ну и... Попался! Ебать, да пошел ты нахуй, дядя, испугал меня. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Пошел нахуй, никуда не пойду. А знаешь, как я могу решить вопрос? Отсоси. Ладно, сейчас перезапущу телефон. Оу, oh, yeah! Поехали! Обожаю радужные... Заткнись, школьник! А, опять лагает уже. Хули ты лагаешь, долбоёбская игра? Как так можно Погнали! Было? Погнали! Заткнись. Причем, бля, что вы понимали, у меня на телефоне она не лагает. Она лагает вот... Блять, она лагает у вас на экране. Понимаете? То есть у меня она не лагает вообще. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Давай, 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 давай! Училка, бля. Да училка, сука, чё я могу сказать? Сучара, бля. Чё, нихуя тут нет, да? Пусто. Так, чат, быстро, давайте мне гайд, как пройти эту игру. Сейчас я за спидранем быстро. Ну что, я все-таки не просто школьник, я все-таки мужчина. Попробую. А я уже по проводу подрубил. Уже. Не понял. Бля. Куда ты пинаешь? Так, похуй, ладно, пойдем. Значит так. Не вижу. Опа. Одну минуту! Тихо. Так, что тут надо сделать? Что-то не помню, нихуя, бля. Значит,
Опа. Нужно устроить дымовую завесу. Хуля я сижу, как встать? А, вот. Вратарь где? Чё-то, блядь. Вот это. И вот это. Опа. И в окно. Блин. Какого света там случилось? Нужно срочно вернуться в комнату. Вот дура. Еб твою мать, блядь, пизда мне нахуй! Нужно, наверное, у мамы. Давай бегом на помощь! Нормально, нормально. Куда Ух ты, ебать, мать! Опа, блядь! Мама, не... Блядь, папа, мама, не надо! Доджем, доджем, блядь! Ай, блядь, ну ты... Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Ну... Я не понимаю, как выиграть здесь в этой игре дурацкой, блин. Я не понимаю, как победить. Чем надо делать, блядь? Ай. Дайте мне гайд, чат. Дайте гайд, как победить в игре. Уже. Ну. Уборка, блин. Молодец, иди к себе в комнату. Спасибо. Я еще зайду проведать тебя. Тебе нужно усыпить батю и закрыть мать в кладовке. Вы чё, блядь, издеваетесь? И как мне это сделать? Кто трогал газовую плиту? Так, что Ах ты, паразит! Что же тут, блин, математика? Так, это вот эти штуки. Делаешь вид, что учишь уроки? Да не, да реально. Ай! Да, блядь, ты какого хуя ничего не сделал, блядь? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Я, блядь, в комнате сидел, нахуй. Почему я два раза пизды получил? Ни за что, блядь. Блядь, ну зашел, блядь, пол помыть, ну нечестно, нихуя. Заново, пошла ты нахуй, ты мне вообще не мать, ты ж, ну. Давайте легкий уровень, слушайте, тяжело мне играть. Давайте легкий, я пока не умею. Илья, родной, ты можешь мне дать почту, пароль от Стима, умоляю тебе и код. Что? Стоять, секунду, Ксюх, у меня уроки тут. Так, чего? Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Хорошо, для того, чтобы жить свободно, что мне нужно делать? Для начала давайте обыщем все, что доступно, а там посмотрим. В нем понятие, ты доигрался. Да куда ж... Так, какая-то хуйня, блядь. Что там взял? Что взял, не знаю. Ну, не знаю. Так, ну... Душевая кабинка, блядь. Швабра моя. Ну, понятно. Аптечка, туалетка, бритва. Понятно. Так, надо пойти, значит, осмотреть, что... Да ебать тебя в рот, блядь. Опа. Ключи от машины, нахуй. Подожди, а я могу сесть в тачку и уехать, блядь? А? Нет. Блин. Возьми тряпку в ведре и постирай. А нахуя? А где ведро-то, блядь? Ага. Что-то вообще подвисает иногда странно как-то, блядь. Видимо, реально что-то с этим, с захватчиком AirServer, блядь. Видимо, реально что-то с ним. Видимо, что-то с ним, потому что на телефоне все норм у меня. Так. А куда ж ты... А моим похуй, да, она не спалила? Так. Ай! Ой! Это шум из ванны? Ля-ля-ля-ля-ля! Блядь, надо в шкаф срочно прятаться, блядь. Вот так, если... И вот так. Блядь. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Да как эту хуйню-то отключить, блядь? Случилось. Куда пропал стиральный порошок? Куда пропал стиральный порошок? Ну, да держи!
А сейчас ты меня не найдешь. Найди меня, дура. Гена! Давай бегом на помощь! Наш сын куда-то делся! Да поебай. Мама? А, блядь. Тихо, меня заметят, блядь. Тихо, ребят, не советуйте, блядь, подождите. Объем прямоугольного параллелепипеда, фигуры на рисунке, понятно. Так, у меня есть ключи от машины, хочу попробовать на тачке уехать. У меня реально получится, смотрите. Сейчас я вас научу... Сейчас я вас научу, как это можно сделать, смотрите. Одни инвалиды в команде. Иду, иду! Тихо, сейчас вы охуеете. Все мимо! Ай, блядь! Ай, сука! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было! А я сейчас на тачке уеду и пошла ты нахуй. Да мне пух. Дура, блин. Мама у меня дура, блин. Достала меня, блин. Постоянно унижать, обижать, блин. Надоело, блядь. Как выиграть эту хуйню? Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будешь. Заткнись, а ты чем занимаешься? Готовишь, блядь, супы, котлеты, блядь, салаты, блядь. Эти, блядь, свои нахуй, блядь, селедки под шубой, блядь. Вот эту свою, блядь. Да пошла ты вообще, тьфу, блядь. И буду! Похуй. Смотри мне, еще раз что-то говоришь, будет очень-очень плохо. Блядь. Да, блядь, очень плохо. Блюдо из грибов. Заебись, блядь. Спасибо, Яндекс. Спасибо, братишка, блядь. Бля, вот не понимаю. Сука, вот тут как-то тряпкой нужно протереть с антижиром в коридоре. Так, ну тряпка у меня постиралась. Тряпка постиралась. Антижир. Ну, пас, пас, давай, давай! Где мне взять антижир? Подсказка. И что мне это даст? А как бы мне на улицу вылезти? Надо маму разбайтить. Одну минуту! Тихо. Так, тихо, тихо, блядь. Дети что ли балуются? Ой. Кто-то был? Да быть такого не может. Да заебал лагать, дура, блядь! Ступенька, блядь! А ну иди!
Отсоси! Догони меня, попробуй! Бля! Да шо у меня ступенька не лепится, блядь? От меня, мам! Блять, ну мам! Найди меня! Мама, я тут в уголке, иди сюда! Сканирую. Вижу цель. Чё сидишь? Давай, помогай искать сына! Этот паразит опять где-то прячется! Чё сидишь? Давай, помогай искать сына! Пошла ты нахуй. Я сейчас позвоню, блядь, в полицию. Мне похуй. Алло. Антижир на кухне. Понял тебя, шеф. Понял, принял. Как слышно, прием. Каждый день мой трезвонит телефон. Кто звонит и почему, кому, зачем и для чего? Не понял. А кто, я жир? Я не понял, это про меня, блядь? Это против меня, что ли, средство? О, сука, ты доигрался. Сейчас, дай выдать, я ебал нахуй сейчас. О, папа ходит. Выходи! Не-а! Я буду сидеть в углу! Так. Ладно, я не хотел вам раскрывать, на самом деле я не Schoolboy. Я суперагент 2002. И у меня есть очень жесткое задание. Мне нужны эти два человека. Они даже не муж и жена. Это два серийных убийцы. А чё мимо? Блять, напугал меня. Это два серийных убийцы, которые совершали преступление, и моя задача — отправить их в тюрьму. Меня заперли в этом доме, я был на спецзадании, но я смогу справиться с этим. Один, без помощи. Но для этого надо быть очень осторожным. Иду! Надо быть осторожным. Где антижир, блядь? Где детонатор? Блядь, забыл полки закрыть! На самом деле, вот это мое место. А сверху подсказка была, блядь. На самом деле, вот это мое место, ребят. Здесь я живу. Одни инвалиды в команде. Да, в натуре. Так. Вроде не спалило. Слушай, вроде реально не спалило. Интересно получилось. Антижир. Кто ж там пришел в гости? Уже иду! А? Тихо. Антижир. Может быть, в мусорке? Сейчас, ребят, спокойно. Последний осмотр. Блять, я застрял. Бежим. Вратарь где? Что-то включил. Нужно устроить дымовую завесу. Заткнись, школьник! Нихуя! Спокойно. 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 Блять, нихуя не вижу никаких антижиров, блять. Блять, обратно надо было выключить, сука, долбоеба, блять, кусок. Блять. Тихо.
Вроде не заметил. Гоу! Пошли посмотрим в помойке. Блять, а где антижир-то, блять? В бочке на улице? Антижифер шоу. Надо полить цветы. Надо полить цветы. Одну минуту. Молчать, женщина. О боже. Ах ты! Тихо, тихо. Это мое оперативное задание. Ну, да, мазила! Мазейк, блядь, заткнись. Ой, да сколько можно? Ну куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. Ты, сука, не заебал лагать, блядь, все тихо. Ты дура, блядь, или кто нахуй, а? Ты чё, блядь, конч ебаный, лагающий? Я в аху. На дне что-то есть. Фонарик нужен, блядь, сука, бля. Нужны батарейки, бля, и фонарик, бля. Сука, блядь, нужны батарейки и фонарик, блядь. Заебал лагать, чмо, блядь, ебаное. Дайте я эту хуйню перезапущу. Как мне теперь попасть домой, ребят? Ну-ка, если вот так вот залезть. А ну... О боже, блядь! Ай, блядь, ай! А если нечем мыть пол, значит будешь мыть унитаз. Нихуя себе, вот это ты придумала прикол только что. Молодец. Ты чё совсем охренел? Ай, блядь, ну что? Разве тебе не ясно было сказано? Блядь. Ладно, ничего, просто, ну, предметы хуёво заспавнились, блядь. Погнали! Бля. О, котлеты, подборки проверенных рецептов. Котлетки. Здорово. Где ты нахуй? Так. Да ну нафиг, чтобы я его... Да ну нафиг, в натуре, блядь! Это несовместимые вещи! Да ну нахуй, чё, ёбнули, что ли? Так. Заебал лагать, шлюха. Да забей ты уже! Да забей ты, блядь! Короче. Заперто. Чёрт. Опа, какой же я умный, блядь. Нихуя полезная, сука. Ой, сука. Вот дурак, а. Ну, блять, я не знаю. Ну как? Я не знаю. Так. Тихо сейчас. Да забейте уже! Это шум из спальни?
Где? Где цветок, блядь? Нужно срочно. Цветок, где, блядь? Лишь бы не спалиться. Стоп. Мне кажется... Там цветок просто куда-то исчез, блядь. Видимо, показалось. Я уж думал, мне крышка. Нормально, все-таки беспалевно я умею. Так. Ничего не вижу, блин. А вот цветок. Так. А я говорил! Ля кака, это моя мама, кстати. Ух, ебать. Опа. Сюда. А все мимо. Так, пойду полью цветы. Так, пойду полью цветы. Есть такое дело. Так, теперь надо пойти в кладовку. У меня есть лампочка и всю хуйню, вся хуйня. Нормально, ребят, спокойно. Нормально. Так, что там у нас? Объем кубра с серебром 1 мм называют кубическим миллиметром. Ясно. А что это за желтый хуй там? Вот дурак, а! Так. Решите уравнение. 6х плюс 8х минус 7х равно 714. Купить нормально Xiaomi, нет лагающий iPhone. Да у меня не лагал iPhone, пока я его не разбил, блядь. Видимо, разбил просто. Все, ребят, ждем, пока мама на кухню идет. А, можно маму закрыть в кладовке? А она не выберется разве, нет? Вратарь где? А, тумбой закрыть, бля. А, там сразу батя прибежит, бля. А как батю снотворным захуярить? Тут в комнате на кубике кот от сейфа. В натуре? Ебать, спасибо, бля. Бля, спасибо, братишка, уважил. Ваши дураки. Ага. Красный, зеленый, оранжевый, синий. Красный, зеленый, оранжевый, синий. Белый, желтый. Красный, зеленый, оранжевый, синий, белый, желтый. Красный, да зеленый, оранжевый, уже. Синий, белый, желтый. Надо пойти. Блять, сука, все уебки, блядь. Где число 2? Схуяли, где число 2, не понял. Оранжевый, белый, синий. Оранжевый, белый, синий, желтый, зеленый, белый, зеленый, желтый, желтый. Да, детка. Оранжевый, белый, синий, желтый, зеленый, белый. Оранжевый, белый, синий, желтый, зеленый, белый, зеленый, желтый, желтый. Так, ну. Оранжевый. Так, белый. Забыл, блядь. Блядь, забыл, нахуй. Оранжевый, белый, синий. Желтый, зеленый, белый. Ну, пас, давай! Зеленый, желтый, желтый. Так, желтый, блядь, желтый. Опа! Что это? Сколько можно? Ой, блядь, папа, нахуй. Блядь. А что это за ключ, блядь?
Кладовка, ящик. Все, понял, бля, спасибо, ребята, спасибо, бля. Сейчас, сейчас. Тихо, тихо, сейчас я пройду, наконец-то, блядь, у меня получится. Ну, на легком, правда, у меня получится. Так. Тихо, тихо, ребят, тихо, тихо, сейчас, ребят, тихо, тихо, ребят, тихо. Тихо, тихо, ребят. Так, пойду полю цветы. Ужас! Ужас! Так. Так. Блять, уебало. Ага. Так, аптечка. Опа. Ключи от машины. Я не понял. А, типа в багажнике, что ли? Ясно, блядь. Так. Ну! Пойти полить цветы. Пойти полить цветы. Опа, спрей от насекомых. Так. Картошка. Так. Радио. Еще одна нужна, блядь. А где взять-то, блядь? Отец пришел, сука. А ну ух ты, бля, вот это вы меня поймали сейчас. Ах вы, блядь, ну молодцы. Ай, блядь. Ну, слушайте, умно вы, конечно. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ебой, вы, конечно, вдвоем меня тоже, ну, захуярили. Слушай, молодцы, бля, реально красава, бля. Может, тебе ножки подвести, м? Ой, какие у тебя пятки, бля, вот это хорошо. Сука, блядь, а? Умные, нахуй, догадались же, смотри, блядь. А я говорил. Мрази, блядь, ну, сука, блядь. Ничего, ничего, ничего страшного. Зато у меня молоток есть. Ничего страшного, ничего, ничего. Какой лицарь. А для чего мне молоток? Не понял. Ну все, мам, пусти домой, блядь. Учебник. Забить гвоздь в лестницу. А где я возьму гвозди? О, золотое яблоко, бьюти подарок. Нормально. Так, что-то я не понял. Сначала успи батю, потом включишь радио, зайди мать, там ее закроешь. Хорошо, где мне взять еще одну батарейку? Это первая, блядь. Да бей ты уже! Возьми шланг возле калитки в цветках и в бочку засунь. Так, блядь, ну меня опять мать сейчас пизды мне даст. Опа! Кто-то написал. Надо бы проверить. Чтобы мать окно открыла, надо дымовуху включить. Ага, понял. Чтобы она сама, да, её открыла, понял? Иду, иду! Так. Нужно устроить дымовую завесу. Я не успел. Багажник машины не мог открыться сам.
Сейчас нормально, нормально. Ты у меня получишь. Бля, тяжело, сука, не понимаю нихуя. Гена! Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! Я хотя бы батарейка была уже через лестницу сбегать, через ворот только тох пройти может. Не, я не хочу просто так звонить Дэри, это неинтересно. В туалете под люком, посмотри, там может быть. Холодильник и снотворное, блять. Как я сбегу через чердак, ребят, у меня же нет этих. Там собака мне не дает этот палочку, блять. Сложно, пиздец, я сам никак в жизни не догадался. Мясо отлично. Мясо разогрей. Как я его разморожу-то, блядь? Достать из морозильника мясо, засунуть в холодильник. А, в микроволновку? А добей ты уже! Мама же успеет вернуться, разве нет? Таки бать через комп, лутаю ящики. Вот это хорошая идея. Вот эта идея заебись. Все! Мимо! Че, врумбать отвлечь? Пойду гляну, кто там мне пишет. Старик. А надо когда цветы пойдет поливать, тогда я уже сделаю. Клод спаун, да не буду ничего в тебя вот писать. Можете же всегда, чё так не играйте, а? Сейчас я остальное тоже обыщу. Да кому я там нужен? Тихо, тихо, ребят, спокойно, ребят, ребят, ну, спокойно, бля. Тихо, бля, сейчас. Так, пойду полить цветы. Так. Все, радио есть. Че, ждем, пока мама идет цветы поливать? Спасибо за рейд, привет. Ой, дурак какой. Сейчас мама польет цветы, мы все разморозим, все заморозим, все сделаем. Потом в окно съебемся. Спасибо за рейд, парни, привет. Ждем, пока мама пойдет поливать цветы, блядь. Надеюсь, сейчас пойдет. Так, пойду полить цветы. Ребята, нет пока смысла мне маму запирать тумбочкой, блядь, потому что потом придет батя и ее освободит. И все будет зря. Мне имеет смысл делать, когда я батю усыплю. Ой, ужас. Да, согласен. Спасибо за рейд, привет. Спасибо большое. Хай, everybody, хай! Ребят, всем привет! А мы тут, короче, учим математику, блядь, объем прямоугольного параллелепипеда. Значит, измерить объем фигуры, что, ну, значит, посчитать, сколько единичных кубов в ней помещается. Да. Вот. Поэтому, да, всем привет. Здравствуйте. Да. Ну, что сказать? Да забей ты уже! Бля, когда мать пойдет цветы поливать? Я уже заебался ждать сидеть. М? Когда? По телевизорам проверяй кого? Тумбы? Ага, это может надо батю, да, опять отвлечь?
Давайте отвлечем, пока ждем. Сколько можно? Да, это, ребят, не работает, алерт слег. Отвертка. А для чего отвертка? Я мой телек выключил? Ну, что поделать. Ничего страшного. В ванне. В ванне решетка. А ему похуй, он, блядь, вообще не заметил никого. В ванне решетка. Вижу. Слишком темно. Опа. Так. Решили вопрос. Заебало подлагивать, блядь. Так, а что теперь? Куда мне снотворное девать? Ой, решетку забыл закрыть. Бати в пиво. А зачем мне нужен антижир? Объясните мне кто-нибудь. На панель двери. А, понял, все, это я находил. Ладно, давайте сначала батю. Если я батю усыплю, он же больше не проснется, правильно? Все, он будет спать. Правильно я понимаю? Пойду проверю телефон. Проснется. Я могу маму сейчас сразу запереть. У меня будет время поделать приколы. Так. Кого начнется, при маму. Ну сейчас запру. Не успеешь. Успею, нормально. Мама не хочет цветы идти поливать, блядь. Так. А где тряпка, блядь? Все, сейчас он уснет. Нет тряпки, ребят. Все, батя уснул. Ни черта не видно. Заткни ебало нахуй свое. Ну, как его включить? Блядь, да иди ты нахуй! Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Ну ебать, ну послушать музыку хотел немножко, Radiohead, этих, Linkin Park'ов, сейчас знаешь, как модно? Блядь! Ха, ты посмотри на него! Я сейчас еще раз сделаю, у меня все получится. Папа все равно пока спит, нормально. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Сейчас все будет, смотрите. Блять! Тряпка была в кладовке? Не вижу. А, вот он. Бля, батя проснулся.
А еще есть этот у меня? Еще есть? Спокойно. Нет? А что мне делать? Ну-ка, ну кто так бьет? Стоп. Здесь кто-то был? Нет. Кто закрыл дверцу стиралки? Кто хлебал из моей чашки? Попробуй меня найди сначала. Ты паразит! Найди меня. Гена! Давай бегом на помощь! Наш сын куда-то делся! Антижир где-то должен быть. А где антижир, блядь? На кухне? Бля, ну тогда нужно ждать, пока она уйдет, этот... Уйдет цветы поливать. Она все никак не уходит. Или мы сегодня без слоу? Не, мы сегодня слоу. А, блядь, страшно, мама, не надо. Сучара, блядь. Это шелье. Выходи! Нет! Нет! Я не выйду. Я буду сидеть. Так, все, отъебались, отлично. Так. Так, надо полить цветы. Сколько можно? Одну минуту. Я добыл гвоздик молотку. Теперь нужно, чтобы мать съебалась. Да куда ж ты? Спокойно, ребят. Спокойно! Она не заметит. Она же не вспомнит. Вы помните, закрыли вы за собой дверь или нет? Вот именно, блядь. Так. На чердак бы как-то попасть, блядь. Ступеньки нужны. Ступеньки, это нужно, чтобы мама пошла цветы поливать. Бля, как ее отправить поливать цветы? Нормально, ребят, не ссать. Главное не бояться. Когда будешь забивать гвозди, мать услышит. Возьми доску, швабра. Окей, давайте. Бля, как много условностей, это очень сложно, блядь. Тушка, ну, да, мазила. Вперед! Давай! А держи в шкафу, где плита. Бля, ну уйди цветы поливать, заебало уже, сука. На улице бочка, шланг перетаскиваешь, вот набираешь, да там будет не перебирать. Ему! Твою мать, а! Сейчас, я понял, о чем вы сейчас. Иду! Нахуй я включил, блядь, не понял. А где шланг, блядь? А где шланг?
где цветы? Как мне его в бочку засунуть, что-то я не понял нихуя. Бля, пап! А, я его взял. Стоять! Ток-ток, кто в шкафчике сидит? Ха-х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 а. Ха-ха-ха. Не сдавайся, где прячешься. Так, теперь чего? Надо найти, нажать на бочку. Вот я успел включить. Ой, блин, сколько дыма. Сейчас она откроет окно сама. Нормально, нормально, я все продумал. Так. Одну минуту. Одну минуту. Спокойно. Молчать! Блять! Молчать, блядь! Молчать, сучка! Ха-ха-ха! А ну стоять! Молчать! Ах ты, блядь, вот это да! У-ху! Ай, блядь! Третий сучара раз уже! Ебаная. Да все, пошел нахуй, блядь! Пошел в пизду, блядь! Я не понимаю. Говно какая-то, хуйня сложная, блядь. Я не понимаю, блядь. Ничего, в следующий раз у меня точно получится. Ну, блядь, это пиздец какой-то, ребят, ну это очень сложно, блядь.